И всем привет, с вами Макс Риск. Опана, текущая глава. Какая? Это новая текущая глава. Встречайте врагов на уз дорожки. Уз дорожки, вы же помните, это вроде бы четвертая глава. Так, сейчас скрин будет, ждите пару секунд. Пару минут. Секунду. Сейчас быстренько сделаю скрин на превьюшку и все. Так, текущая глава. Встреча врагов на узк дорожки. То есть будем встречаться с врагами. Отлично. То есть уже камера открыта. Так, скрин. Готов скрин? Да, 3, 2, 1. Так, пошел скрин. Все, хватит. Так, спасибо большое, бандитцы. Мы через ОБС стримим. Так, перейти и смотрим. Какая глава? Тихо. Морской уровень. Тихо. Вау. Осталось. Захват города и территории. Хорошо, захватим. Какая глава? А, новый мир. Подожди. А он. Скоро будет новый этап. Скоро, ё-моё, это классно. Так, значит, друзья. Вы же помните тактику. Сегодня будут, наверное, гайды всякие. Так, первым делом. Нажимаю на подарочек. Так, нажимаю на квестики. Так, говорят, что нужно что улучшить. Там у нас вместимость, потери при, там, гранизованность. Там 50 штучек. Больше помощи. Чего там, не понимаю, что такое строим? Так, штаб Альянса. Больше помощи. Все ясно. Так, давай, ссылка в описании на канал Риск Старзуба. Также ссылка в описании на канал Макс Риск. Ну и еще ссылка в описании на еще один канал, но я не знаю, он вообще-то там будет все окей. Вообще называется Общий Roblox. Можно в поиску найти Общий Roblox Макс Риск. Если там не найти по общему Роблоксу. Roblox. Вот так вот все сказал. Так, вот, нажимаю сюда собрать. Так, перейти, чё потом. Ага, посмотри, давай. 8-й левел пока что нам под защитой через там пару минут. А, кстати, нужно. Так, я уже смотрел. Так, это не нужно. Сейчас тогда нужно быстро зайти на профиль. Так, вместе с вами зайти на бесплатное. Чё я забываю про это? Вот вам гайд. Заходите на этот профиль, получайте ежедневно. Нажимаете вход, что-то там еще. Ага. И что? Это бах, я не понял. Понятно. Нажимаем сюда, понятно. 14 часов, тут у нас VR. Как-то так работает. Два приза, ему нажимаете сюда. Так, нажимаем на этот иконочку, где-то тут профиль. А, вспомнил. Вот сюда нажимаем, потому что еще есть, кстати. Прикольно. Так, защита города. Два часа. Мы тем самым ничего не делаем. Хай на автомате качается. Экономный класс. Так, друзья, нажимаю, значит, сюда. Штупы. Альянсом всякие. Так, давайте войти, потому что нужно. Собирай ракету и уже воевай. Быстро. Пошел. Так, дальше квесты. Улучши штаб Альянса. Улучшаю, дальше. Так, ну уровень. Улучши штаб походов. Какие походов? Которые идут. Ладно, посмотрим. Вместимость походов. Что такое походов? Интересно. Так, пища, банан. Блин, я такой хочу превьюшку поставить. Офигенно превьюшку. Ну сделаю такой вот. Скачаю это типа того. Как это сделать? Вот скрин такой, бам, но он будет размыт. Вот такую железку могу. Батарейку вот почти так вот. Очень понятно. Отличаем. Ну что, война была очень дерзкая. Так, нажимаем на квесты. Так, забрань квесты. Квесты на час. Чё? Нужно успеть. Так, обучить 100 стрелков. Это значит, что нужно обучить стрелков, да? Ага. А давайте их прокачаем, чтобы было что у нас? Сила обучения стрелков. 150 нужно. Давайте прокачаем. Ага, 15 секунд ждем. Ладно, подождем. В общем, мы тебя прокачаем, жди. Такой у нас хайд, победить белых мутантов. Давай, там пару штучек нужно убить. Давай, у них. Так, у нас тут и легендарка, всякие интересные штучки. Отлично. Кстати, если смотрите перебрасывание, то уже ролики на канале уже записаны. Какая-то серия 12, по-моему, 12 серия. Вы же представляете, сколько их уже. Так, бесплатно. Это уже неделю мы играем в эту игру, даже скоро будет месяц, 2 недели точнее.
Прикольно месяц. Так, смотрим. Ага. Такое. Что-то нам не везет. Билетики я не хочу тратить, потому что жалко. Через 5 минут, каждые 5 минут можно собирать этих героев. Отлично. Ага. А легендарных так нельзя, но все невозможно. Так, понятно. Так. Сейчас нужно квесты. Самое главное, квесты, друзья. Так, вот. Так, улучшить дозорную башню, которая нам рассматривается. Хай. Ну, на квесты. Квесты. Я на крутик. Так, перейти. Улучшить. А, боже. Не мешайте. Так, тем самым нажимаем на ракетку. Так, СТП. А, точно, 10-10, так, принять, перейти, уточните, что-то там, ага, ну давай. Ай, ё-моё, там куча квестов, друзья, куча, вы не представляетесь, не можете себе найти квесты, тут очень много. Так, все, выполняем квесты. Дальше, принять, перейти. Так, нам говорят, нужно собрать ресурсы. Ну, а для сбора ресурсов нам нужен солдат. Один не пойдет. Нет бойцов. Нам уже отлифинировать. Забрать. Ну что, все нормально? Давайте сражайтесь. Просто я весь отряд отправил. А сам такой хитрый. Так, пока что никогда нам собираются. А мы с вами сделаем топовую нычку. Кто знает, то лайкос. Так, лайк поставили, молодцы. Плюс 10 штучек. 10 штучек, прикиньте. А я там покупаю за 200 штучек. Там, ух ты, гонки. 200 штучек, за 200 на помощника. Кто там нам помогает гайки чинить. Так, давай такой мешок, добыть все, давай добыть еще. Отлично. Так, это если будем убивать мутантов. Так, это тоже можно, вообще шикосно. Лайкос, ты, если тоже не ожидал. Так, вот, нажимаем, значит, сюда, сборник ресурсов, нажимаем. А, главное, знаете, тут не главный отряд. Нам нужно только главное. Главное количество, чем качество отрядов, да? Стрелки. Так, на всякий случай там для безопасности. Мы там собираете. Так, вроде нам говорят, что еще нужно собрать. О! Подписаться, стопэ. Так, подпишитесь на сообщество приматов. Здесь вы найдете классно, кстати, составка. Вот это я. Посредине. Ага, ясно. Все ясно. Это капитан, я тут смотрю. Ор, я Эрик. Да, мы этого брали. Вы рекомендую, конечно, брать его. Так кого хотите вообще? Этого нельзя брать. Жаль, да? Он капитан. А я такой. А, я тебя вижу. Эрик. Его зовут Эрик. Здесь вы найдете гораздо больше, чем просто советы. Если хотите по этой теме, чтобы я записывал совет, то подпишись на канал, поставь лайк. Гораздо больше, чем советов по игре, вам ждет сюрпризы, подарки и множество даже бананы. Отлично. Так, подписаться. Ага, давай, не скоро. Я там подписался, чуваки, так что все нормально. Я уже там на вас подписан, окей, бро? Окей. А что, так можно читерить? В Facebook я у вас не подписан, честно с тобой говорю, нужно подписаться, окей. Прямо сейчас это сделать. Ну, блин, телефон я не пока. Это... Ну, на телефоне на пока, да, посмотрим. Опа, на нашу мою страницу. Ага. Я не хочу показывать свой пароль. Тихо. Вон он. Да, вход. А! Вообще, они в Фейсбуке, окей. А, пароль не хочу. А, к примеру, если так напишу. А, понятно. Все, узнайте мой пароль, нечестно. Так, игра зуба. Ссылка на риск старт зуба в описании. Так, вам письмо. Отлично. Я вас там на подпишусь, как я игре зуба. Просто я на неделю вас играю. А в игре зуба там играю месяц. Может, да, даже 2 месяца. Скоро будет 3 месяца. Вообще долго. Так, ладно. Все-таки квест нужно делать. Квест — это высший уровень. Знаете про это. Так, отлично. Все, квест выполнил, давайте подарок. И что упадает, смотрите. Эй, кликбейт. А, кликбейты. О, бананы, там всякие интересы. Отряд! Это мой чувак. Отлично. Кстати, могу что-то еще показать. Отлично. Всякий раз отправляйтесь в бой с белыми мутантами. Кома, ты покажешь свое могущество
доверивший тебе армию была. Он пропал, отряд. Вон он, чувак, Эрик. Одноглазый Эрик, это мой чувак. Эй, чё здесь, чё делаешь? Верни одноглазого Эрика, слышь ты? Сяо Фэя. Кто они такие? Это капитан вообще. Я хочу одноглазого Эрика. Не, ну кто это такое? Данте. Данте, это я, блин, Альянс. Не, так нечестно, ракета. Эх, жаль её. Пожертвовать, стоп. Победите гигантов. А, будем строить ракету из маленьких. Я ваши друзья, ну мы не прокачаны, чтобы прямо убивать гигантов. Когда будет столько отряд, то прокачаемся, тогда можно гигантов убивать, и тем самым будут ракеты. Окей, давай улучшить тебя. Почему бы нет? Так, он. Угу. Скорость сбор пищи и железо увеличится. Да, такое не нужно. Так, что такое увеличится урон по защите башни при атаке города на 3% после улучшения. Отлично. Увеличится урон по защите башни при атаке города на 6%. Офигенно. А, это стандартно, это плюс. Понял. Так, а можно что еще прокачать? Нельзя? Жаль. Так, давай здесь. Так, скорость гонщиков. Нет. Увеличит скорость войск. Скорость. Нет. Защита. Главная защита, друзья. Главная защита. Прокачка. Дальше сюда идем. Так, увеличить защиту войск. Уже двойка. А, все. Вот так. Все. Мы увеличили защиту войск. Йо-хо-хо-хо. Так, дальше. Так, увеличить скорость войск. Да, такое. Так, ну это были, тут не были, тут не были. Так, войск поражение атаками. Навыки получите на 3% меньше урона. Офигенно. А то что? Урон активных навыков. Такое, урон активных навыков. Потом, защита громил. Не, я хочу тебя прокачать, и тебя тоже. Так, войск поражение атаки. Так, что мы еще ниже навыки. Получаешь на 6,0 меньше урона. Отлично, вообще он неуязвимый. Дальше прокачиваем его. Yes, my course. Так, дальше, че за чувак, давай. Мы уже обзор делаем на канале, увеличить атаку войск. Классно. Увеличить атаку войск. Плагиат. Ладно, увеличить атаку войск. Чё, блин? Ладно, ладно, мне нравится. Увеличить атаку войск, увеличить атаку войск. Так, увеличить защиту войск. Вообще красавчик. Увеличить атаку войск. Увеличить атаку войск. Увеличить скорость войск. Не. Увеличить защиту войск. Я не знаю. Не, не нужна защита. Атака нужна. Красавчик. Все. Лучше тебя, нет? Прям как и реально Fortnite, там Brawl Stars, еще медленно, вообще офигенно, что прям дольше играли в эту игру, да? Хитро, ну ладно. Опа, у нас пробутает обезьянка. Еее, маленькая обезьянка. Кто у нас тут еще есть? Давайте посмотрим. Так. Офигенно. Дальше. Да, все нормально, окей, бро. Ай, тебя стреляют, берись! Чувак, что делаешь? Давай, баба! Все, красавчик. А, это ты, чувак. Вообще классный. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, значит, смотрите-ка. О, так это же глаза Эрик или мечник Эрик. Хорошо. Ай-яй, больно. По глазам. Смотри. О, ниндзя. Так, плюсик, где мне добыть? Перейти нанять. Хорошо. Бесплатно, отлично. Всем большое просмотр, с вами был Макс Риск. Продолжение только с вас лайкос и всякие подписки на YouTube каналы. Всем пока.